Снова здравствуйте, всем привет. Итак, теперь, значит, по вопросу, как привязать люльку к персонажу и другая настройка по прошлым роликам колес, чтобы не было болтыханки, допустим, не надо было на empty ее назначать. Давайте все это дело рассмотрим. Так, ставим на первый кадр, заходим в Object Mode, N панель, опять же, Screencast Key, чтобы вы видели, что я буду нажимать. Теперь, что у нас получается? Файл открываем, находим импорт, находим файл FBX, находим, допустим, где у вас находится отдельная люлька для мотоцикла. Так, люлька для мотоцикла. Все это дело, значит, видите, как уменьшается. Нужно все это привязать set origin к 3D курсору, чтобы она далеко не убегала, а стропилась, значит, к нашему вот этому мотоциклу. Так, смотрим семерка на нампаде, где она там находится. Смотрим, чтобы она присоединилась к нашему мотоциклу. Опускаем до уровня, значит, колес пола. Смотрим, чтобы она тут закрепилась. Так, это значит единица на нампаде. Сделаем-ка ее еще, наверное, S. Пусть будет поменьше. Так, теперь заведем ее немножко в наш, значит, аппарат. Так, ну, в принципе, что, где-то она тут, а ну-ка, смотрим, чтобы она не была сильно маленькая и находилась именно там, где она должна находиться, то бишь сзади, да? Ну, где-то тут она вот должна находиться, ну, тут у нас какая-то запчасть, значит, двигатель, какая-то штука, стойка. Так, единица на нампаде. Чуть-чуть, значит, если еще уменьшать, но это будет пиздец. Так, в принципе, если уменьшить и подогнать ее, куда мы ее можем подогнать, привяжем set origin к 3D геометрии, чтобы лучше управлялось. Ну, где-то тут, да? Так, единица на нампаде. Люлька, кажется, маловатая. Ну, давайте ее чуть-чуть увеличим и подставим. Так, еще вот так где-то. Так, стойки. Стойки можно потом, в принципе, подправить. Ну, не принципиально, что они, значит, куда-то не зашли, куда-то зашли. Можно их будет потом растянуть, вытянуть. Это уже другой вопрос. Ну, в принципе, люлька смоется нормально, да? А ну-ка, по размерам. Что-то по размерам она мне тоже не нравится. Давайте ее S еще побольше увеличим. Так, так, так. Подальше оттянем. Так, тройка нормально, единица, так, тройка, колесо слишком низко, приподнимем повыше. Так, ну вот, в принципе, вроде бы как бы, да? Так, теперь, что у нас тут есть? У нас есть колесо, которое нужно привязать, это отделенное от всей этой конструкции. Мы ее через Shift привязываем, Ctrl-P, значит, Object Keep Transform. Что у нас тут еще есть? Сама люлька. Люльку привязываем к мотоциклу. Ctrl-P, Keep Transform. Так, колесо вот это можно delete, удалить. Вот с этим, значит, сердцевиной. Так, и скопируем вот это колесо. Сделаем Shift-D. И оттянем его на эту сторону к нашей, значит, вот этой люлькой, к нашей конструкции. Подгоним его в наше колесо. Так, и видим, что у нас происходит, да, что у нас, в принципе, люлька сама, вот эта люлька, она еще как бы меньше колеса. Значит, ну это уже большая будет, да? Так, ну где-то вот так она же должна, эта люлька быть, да. Вот теперь колесо зашло в крыло. Так, чуть-чуть, значит, люльку можно еще приподнять.
Ну, думаю, в принципе, нормально. Так, что мы делаем с колесом? Колеса-то у нас завязаны на кости по прошлому ролику. Ну, давайте зайдем в Edit Mode. Единица на нампаде. Сделаем, выберем какую-нибудь вот эту косточку. Сделаем Shift-D. И переведем ее на эту сторону, к этому колесу. Так, теперь подгоним к этому колесу. Вот таким вот образом, чтобы она стояла именно в колесе. Вот так вот. Поглубже можно завести. Выберем теперь колесо в Object Mode. Выбираем колесо. Выбираем эту косточку. В Post Mode заходим. Выбираем эту кость и делаем Ctrl-P. Это будет у нас Bone. Все, колесо присторопилось. Вот видите, что анимация все тоже скопировалась. Но выходим на первый кадр. И я хочу эти все, значит, анимации, вот эти, ну, кручения, поудалять. Это у нас стояла настройка на вот эту empty. Вот она. Empty я хочу delete, удалить. Выбрать колесо. Зайти в констрейны, подключать все констрейны, которые нам вот эти не нужны. Так, на это колесо тоже constraint долой. Тут тоже constraint долой. И делаем другим теперь вариантом, как я делал, допустим, машину. Выбираем вот это колесо, добавим одному колесу драйвер. Заходим, находим ротацию по X. Значит, на английском печатаем опять же решетка frame. Укосина полоска, значит, укосина вправо. И ставим, ну, побыстрее, чтобы скорость была. Давайте 3 поставим. В прошлый раз было 10, теперь будет 3. Ну вот, теперь вы видите, что все не надо поправлять. Все хорошо тут работает. Но только еще раз это колесо нужно привязать к 3D геометрии, чтобы выровнять, значит, вот эти оси. Так, вот это колесо тоже перевяжем на геометрию. Так, в качестве проверки, да, выберем это колесо и тоже set origin в 3D геометрии. Так, теперь на все колеса я драйвер не буду ставить. Я теперь просто добавлю вот как констрейны, допустим, да. И вот теперь можно добавить констрейны. Так, добавим constrain copy rotation и назначим на вот это колесо. Все, назначено, ну-ка смоем. Все у нас крутится, все хорошо, не надо ничего поправлять. Извилина нормальная, значит теперь это колесо, вот это переднее колесо, можно тоже на заднее настроить. Это опять же constraint copy rotation. Выбираем, значит, заднее колесо. И вот у нас ничего не прыгает, ничего у нас не отваливается. Выбирать вам, конечно, вязать к empty или вязать вот именно драйвером и констрейнами. Вот так у нас теперь происходит анимация, что у нас несется такой, значит, джентльмен с этой, значит, люлькой. Вот такая прикольная штука. Вот такие дела. Так, что еще можно сделать? Это, ну, прокат, в принципе. Можно еще потом рассмотреть, как сделать на empty, значит, колеса привязать, чтобы они, значит, двигались уже как, ну, чтобы медленный такой старт был, да, по другому варианту. Так, ну, это можно настроить как танк. Вот я танку настраивал колеса. Если кому-то интересно, то вот этот вариант, в принципе, на драйверы тоже подойдет. Там тоже обвязка, значит, идет на эти, на empty. Как все это привязать, колеса, object там. Все посмотрите и просто повторите. Тогда я ролик этот уже не буду снимать. Ну, вот такой вариант, значит, привязки чисто люльки и, значит, замена кручения, значит, колес. Ну вот он несется, все прикольно. Можно делать уже прикольную анимацию погоню. Вот такая штука.
Сюда еще можно сделать линковку его отца с другой, значит, с другого файла. И уже сделать анимацию, что он здесь сидит с этой, у него такая сумка была, называется дорожная, да? И все будет прикольно. Вот уже, в принципе, повторили фильм «Индиана Джонс». Все, всем пока, до свидания.